Их работа – обеспечивать порядок на дорогах. Профессиональный праздник представители автоинспекции отметили в городском доме культуры. Здесь собрались действующие сотрудники и ветераны. Поздравить полицейских пришли представители района и городской власти, руководство отдела. От имени и поручения главы муниципального образования Лабинский район, героя труда Кубани, хочу горячо и сердечно поздравить всех вас с профессиональным праздником. Сегодня это праздник всенародный, потому что это самая любимая служба у всех жителей, наверное, нашей страны. Все с этой службой знакомы, и водители, и пешеходы, и бывшие водители, и будущие водители. И вот буквально сегодня я только что приехал с призывной комиссии, отправляем ребят, которые достойно отучились в автошколе и сдали экзамены, и будут служить на благо нашей Родины военными водителями. Хочется пожелать вам, прежде всего, домашнего уюта и покоя. Ведь находясь на передовой, самое главное быть спокойным в том, что дома все спокойно, что дома тебя ждут и любят. Тогда и служебные результаты будут на высоте, и тогда сотрудник может спокойно выполнять те задачи, которые возложены на него законодательством, Конституцией, Верховным главным командующим. Огромное вам спасибо. Нам города Лабинска Алексей Николаевич Матыченко поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Пожелать вам здоровья, счастья, семейного благополучия, мирного неба над головой. Вы знаете, я по долгу службы как бы участник практически всех мероприятий, которые проходят в нашем городе. И всегда они проходят только, конечно, с вашей помощью. Всегда это проходит все на высшем уровне. Воскресенье, суббота, выходные, утро, день или вечер. Вы всегда в строю, на боевом посту. Всегда все проходит без происшествий. А это важно в любом мероприятии. Еще раз позвольте поздравить вас с праздником, пожелать вам здоровья, терпения, веры в будущее, самое светлое и светлое. С праздником вас, уважаемые товарищи. Лично себя, от всего руководства, вас этим праздником поздравить. Потому что большую роль вы вносите в безопасность дорожного движения, также принимаете активное участие в раскрытии преступления, задержании преступников. Роль ваших сотрудников ДПС, почему вам и считает год за полтора, потому что ваша служба всегда на ногах проходит. В любую погоду, жарко, холодно, вы на боевом посту. Желаю вам счастья, здоровья, мирное небо. Ну и ветеранам приходить к нам, подсказывать, как надо работать, как вы работали. Времена, конечно, поменялось, но работа была, безопасно было движение, она остается. С праздником, дорогие ветераны, ну и естественно, коллеги, сотрудники, подчиненные. Здоровья, успехов. С каждым днем количество транспорта на дорогах увеличивается. Работать полицейским становится сложнее. На счету у лабинских сотрудников ГИБДД много достойно выполненных непростых заданий. За добросовестное исполнение служебных обязанностей многие стражи дорожного порядка получили почетные грамоты за подписью глав района и города, а также начальника отдела МВД России по Лабинскому району. Отметили наградами и ветеранов службы. Также в этот день сотрудникам вручили очередные звания. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».